Всем привет! Долгожданный Xiaomi Mi Band 9 наконец-то представлен. Правда, на самой презентации ему уделили совсем уж мало времени, так как было представлено довольно много других интересных продуктов. Но о них расскажу в других роликах. Устройство получило узнаваемый капсульный дизайн, но корпус изменился. Если раньше компания использовала пластик, то теперь она перешла на металл и керамику. На выбор предложено несколько цветовых вариантов. Розовый, голубой, серебряный и черный. Размеры не изменились. Перед нами все тот же 1,62-дюймовый OLED-экран с частотой обновления 60 Гц. Xiaomi также предлагает новые модные ремешки, дополняющие цвета устройства, а также некоторые из них, позволяющие превратить устройство из фитнес-трекера в стильный аксессуар. Характеристики стали лучше. Xiaomi Mi Band 9 получил более яркий экран, который выдает до 1200 нит. Предшественник мог выдавать только 600. Точность мониторинга сердечного ритма стала выше на 16%. Добавили новую функцию, которая оценивает качество дыхания во время сна и выявляет потенциальные риски, связанные с этим. Автономность выросла с 16 до 21 дня, а с включенным режимом Always On Display до 9. За долгую работу отвечает встроенная батарея емкостью 233 мА, что заметно больше, чем 190 у предшественника. Устройство подойдет спортсменам и всем тем, кто заботится о состоянии своего организма. Браслет поддерживает более 150 режимов тренировок и имеет защиту от воды 5 АТМ. Встроенные датчики помогают отслеживать пульс и считать пройденные шаги. Они также позволяют анализировать сон. Точность показателей выросла на 7,9%, отмечает производитель. Xiaomi Mi Band 9 подключается к смартфону по Bluetooth 5.4. Версия браслета с NFC может выступать в качестве ключей для некоторых моделей автомобилей. Фитнес-браслет обзавелся линейным вибромоторчиком, обеспечивающим более приятную отдачу и поддерживающим 20 различных эффектов. Предполагаемая розничная цена Xiaomi Mi Band 9 будет около $35 за стандартную модель и около 40 с NFC. Стоимость Ceramic Edition, включающая модуль NFC, составит около $48. Глобальная версия Xiaomi Mi Band 9 выйдет позже. Когда именно, неизвестно. Скорее всего, это произойдет осенью 2024 года. Все ссылки, где можно найти Mi Band 9 и ремешки к нему, оставлю в описании. Там же есть ссылка на мой телеграм-канал, где я выкладываю промокоды и купоны, чтобы покупки на AliExpress выходили вам дешевле.